Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас GTA 5 RP с Сильвери Бёртом. Сегодня мы откроем кейсы. Заходим в магазинчик. Бюджет у нас 3000. Сильвер кейсы будем открывать, так как они выгоднее. Поехали. Первый кейс. Надеюсь, сегодня окупимся. Потому что все те прошлые выпуски, которые я не снимал их, но я в плюс не уходил. Первый кейс — это DP-шка. Да, DP-шка получается, и это 103 DP-шки. Плохо, печально, обидно, конечно. Поехали дальше. Второй кейсик. Надеюсь, второй кейсик это будет удачней, чем первый. Так, что же нам падает? А нам падает випка, да? Да, нам падает випка. Ну, в принципе, випка нам тоже нужна, так что мы ее, наверное, оставим. Поехали дальше. Так, второй кейсик. Точнее, третий кейсик. Я уже сбился со счету. Это деньги, деньги. Деньги нам тоже нужны. 17600. Ну, на 2400 в минусе. Поехали дальше. Так, что же нам сейчас падает? Я специально смотрю вниз экрана, чтобы не знать, что упадет. О, жучок. Да, жучок. Конечно, незамененный, но пускай. 700 DP. Неплохо, уже купили. Продолжим боками, не будем его продавать. Так, следующий кейсик. Что падает на следующем кейсике? А в следующем кейсике у нас падает... деньги. Да, падает деньги. В принципе, я не удивлен. 14 тысяч. Поехали дальше. Так, а в следующем кейсе у нас падает что? Машина. Так, идем дальше. Тут пацаны выбивают... и Феррари, и Бэхи, и Кулинаны. Мне что-то вообще не везет на эти кейсы. Впервые день тоже открывал, когда сервак только открылся. И не повезло, 10 тысяч, такое себе. Как называется, мне не везет, другому повезло. Надеюсь, хоть сегодня повезет. Поехали. И DP-шки. DP-шки здесь вообще ни о чем, короче. Они никогда не окупают вообще, никогда. Золотые кейсы, не знаю, стоит, не стоит вообще крутить. Пишите комментарии вообще, нужно ли вам открывать золотые кейсы. Какие лучше кейсы, Silver или Gold? Ну, мне кажется, Silver, он более окупаемый, чем Gold. Вапит нафиг нам не нужен. Продаем, поехали дальше. Так, ну давай метачку. Давай, давай, давай. Мотоцикл мне такой уже есть и надо. Денежки. Денежки — это хорошо. Поехали дальше. И что нам падает? А нам падает... вот если бы Ниссанчик упал, плюс 9000. Ну, увы, нам падает мотоцикл за 150 DP-шек. Продаем. Поехали дальше. И давай, 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 какую нормальную тачку мне. Ну, как обычно, деньги. Деньги, деньги, деньги. Это плохо. Поехали дальше. Так, что нам следующее падает? Следующее нам падает... падает, давай, Феррари. Ой, давай эту. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Угу, конечно, размечтался. Размечтался. 12600. Ну почему не везет так? И вот видите, у меня, допустим, нормально, да, рулет крутится быстро, то есть едет быстро, останавливается, а у некоторых прям, знаете, так вот еле-еле едет, еле-еле-еле-еле останавливается. То есть я не знаю, почему так. Ну, поехали дальше. И следующий у нас падает что? Давай, блин, уже почти все слило и ничего не дает, смотри. Деньги. Ну, походу, сегодня нам не повезет.
3000 впустую уходит. Да, обидно, досадно. Обидно и досадно. Ну, это опять 200 баксов. Точнее, 200 депишек. Давай что-нибудь нормальное. Давай, давай, дядь. Не подводи меня. И верю, надеюсь. Верю, надеюсь. Опыт, да? Да, опыт. Ну, опыт тоже, в принципе, нам нужен. Его тоже заберем. Так, поехали дальше. И еще один поворот, и все. И мы в минусе. И прям очень большом минусе. Ну, у нас там еще есть жук за 700 депишек, да? Да, у нас вроде еще есть жук. Поехали дальше. Так, когда я отрывал, было у меня 200 баксов. После этого открытия посмотрим, сколько сейчас у меня на счету станет. Да. Почему Ешка не упала? Почему именно это вот? Я хотел бы Ешку себе. Но Ешечки не будет. Дипишки. Понимаю. И даже не дипишки, да ладно. 200 баллов. Нормально. Еще шансы дает, дает шансы. И давай, Кулинан, Кулинан. Маска. Да, маска. И зачем нам эта маска? Ну давай, поехали. И теперь точно последний прорыв. И нам падает. Деньги. Да. Деньги, деньги, деньги. 13 тысяч, вообще ничего. Так, где мой жучок? Его продаем. Да, продаем все-таки. А випечку, наверное, мы заберем. И все, 4 прокрута. Пробуем. Давай. Что-нибудь полезное. И опыт. Блин, почему не Кулина? Почему вот не Кулина? Ну вот немножко же хватило, смотри, немножечко. Ой, блин, я продал его. Блин, надо было забрать. Ну ладно, че, поехали дальше. Нечаянно опыт продал. И что? Деньги. Обидно, досадно. 3-4 тысячи, нифига себе. Впервые мне такую сумму дает. И еще один прокрут остается. И все. Да, давай, боп. Да, это окуп. 3000. Продаем, бобкат. Продаем. Поехали дальше. Итого у нас получается на 6000 открытие. Ну теперь я хотя бы в нуле должен быть. Ладно, уже не в плюсе, не хоть в нуле, если ничего не упадет. Итак, у нас падает. Что? 12700, не надо нам это. Дальше. Давай дальше. А дальше падает. Вот Nissan. Почему не Nissan? Маска. Масочку, может ее... Нет, давай ее продадим. Сейчас, думаю, маски не столь... Хотя можно было маски, конечно, не продавать. Сейчас они тоже, типа, актуальны по цене. И машинка не нужна такая. Вот почему не Skyline? Почему вот это вот не прокатилось? Это очень плохо. Ну. Вообще, смотрю, вообще ничего не дает. Типа, дала один бобкат, и все, больше не даст, по ходу дела. Ну, хоть и на этом спасибо. Вот, давай. Крузак. Блин, випка.
Ну, випка тоже хорошо, в принципе. Так. И что следующее будет? Опыт? Да, опыт. Давай заберем 9 очков. Нам надо 10 левел качать, чтобы колесо фортуны крутить. Так, и что же у нас там? Деньги. Деньги, деньги, деньги. Как бы хорошо, как бы можно было тачки подороже дать. Не хотит. Вот я себе так хочу эту Лаферрари, блин. Но мне, походу, она не выпадет никогда. И что сейчас падает? Опять мотоцикл, блин, да что ж такое? Зачем он нужен? Я, если что, нажимаю моментальную прокрутку. Вот я уже вижу, что у меня упадет. Я нажимаю моментальную, чтобы она быстрее упала. Чтобы это вот так вот, допустим, деньги, если нажать на моментальную, то она быстро становится. Поэтому еще не обращайте внимания на это. И что? Ну это 350 дипишек. Плюс 350. Да, плюс 350, нормально. Поехали дальше. И у нас Кулин. Дай. Спасибо, блядь. Да, блин, как хочу бы Кулину. Вот мне бы сошла Феррари и Кулина. И все. И игра пройдена. Ну, можно еще Tesla Model S. Дипишки. Дипишки. Они самые родные. И поехали дальше. Деньги. 11 тысяч, понимаю. Плюс 350. Да, плюс 350 сюда. Ну давай. Вот, дай. Пульман. Или это Майбах? Или это Пульман, или Майбах? Нет, скорее всего это Пульман. Вот почему он не упал? Зачем мне этот веник нужен? Ну хоть 250 стоит. Хоть чуть-чуть я купил. Поехали дальше. Итого уже 1500 потрачено. И пока здесь вообще ничего. Интересно, у него упало, да? Да, по сути ничего не упало уже. Кроме по 350 тысяч. Так, что будет за следующее? Деньги. И. Опять деньги. Ну дай мне мини-купер. Давай, мини-купер, давай. Нет. Не хочет он давать мини-купер. Деньги. Мы можем было жука дать. И еще у себя, по идее, осталось 666 дипишек. Как бы четное число. Все дела. Давай. Rebel.
Ну, кстати, Rebel мне нужен. Под места это хорошо. Шкаф переносной. Да и контракты можно повыполнять, когда фаму возьмем себе. Велик. Вот велик не нужен, лучше бы мини-купер упал. BMX. Даем нафиг его. Еще два прочута. Ну давай. Покажи мне, что ты умеешь. Ну да ладно, ты лучше можешь. Что это такое? 11 тысяч, понимаю. Не бы дать мне Куринам. Он дает мне 11 тысяч. Опять деньги, да блять, ну вы чё делать? Ну такое себе, честно говоря. И последний получается прокрут. У нас что будет? У нас будет деписка. Ну и все. Вот она. 6000 депишек. По итогу. У нас Rebel, мы его заберем. И сколько у нас получается денег? Денег. И 330 тысяч мы нафармили. То есть с 3000 рублей мы выбили себе випки, выбили себе получается 330 тысяч и выбили себе Rebel. Ну, в принципе, мы в плюсе.